XCOM lives. Суток, дамы и господа, меня зовут Алексей, вы на канале Тарука. Мы продолжаем прохождение игры XCOM 2. Мы опять приземлились где-то в горах. Ну да бог с ним. Что у нас там по планам дальше? Дальше у нас продолжать обучение Ганса Ланды. Вот он тут отжимается в изоляции, да, в пси-лаборатории. Не знаю, каким образом это должно ему помочь овладеть пси-способностями, но, видимо, кто там... Джи Ян Ким знает, что делает. Через 5 дней у нас плазменная копишка будет изучена. Это тоже хорошо. 292 материала у нас есть. Как раз на это копье мы могли бы потратить его. И, посмотрим, что мы можем сделать. Мы сделали АМ-бомбу еще одну. Ну, не еще одну, а одну. Одну бомбу. И она наносит огромный урон роботизированным юнитам, да? И плюс еще может оглушить их. Оглушить. И я, наверное, возьму еще дымовую. Хотя, нет, не буду я дымовую брать. Маяк имитатор. Вот, может быть, его один взять еще. А кто его кидать не будет? А пусть будет. Давайте. Будет два маяка у нас, да. Две наноаптечки, хотя нам, в принципе, одной не хватит. Одна светошумовая, патроны синий экран. Можно было бы изготовить. Для тех же самых гренадеров, да? Было бы неплохо этими патронами шарахать. Либо одному из специалистов взять. Не, не буду его изготавливать. Я лучше посмотрю, что там в партизанской школе по тактикам у нас есть. У нас есть молниеносный удар. Ну, такое себе месть. Тоже особо я не хочу. Я бы взял, наверное, абсолютное спокойствие для спеца. Либо смертельный выстрел. Нет, абсолютное спокойствие возьмем, да. Все, 167. Оставим пока что эти материалы. Не будем их тратить. Потом лучше улучшим отсек мастерской. Да. Но это потом. Сейчас пока мне это не критично. У нас на очереди партизанские операции. У нас... стартовал проект Аватара. Нужно действовать быстро, нужно партизанов выполнить задание, да, по предотвращению события, и потом штурмовать, пройтись рейдом по заводам. Первая у нас цель — это большой любовник, забрать предмет из транспорта Адвента, получим ученого, да, а на второй цели мы получим инженера. Уменьшим время строительства. Чертов клич. А здесь у нас что? Уничтожить ретранслятор, 117 разведданных. Тоже, в принципе, неплохо, пробивающий мавзолей. Но я все-таки за инженером пойду. Мне нужен еще один инженер, чтобы у меня все, в принципе, хорошо на Мстителе работало. Без перебоев, без перестановок, да. Ну и заодно уменьшим строительство инопланетного объекта. Хотя он и так уже полностью построен. Ну да бог с ним. Со взлома пульта, может быть, что-нибудь тоже подберем. Так, на операцию на что пойдет? В принципе, вот таким составом я и хотел бы пойти. Мы Барни Росса поменяли на Рассальгула. Но, снять все предметы, снять всю броню. Чё мне нужно? А, вот, точно, Рассальгулу я хотел поставить экзоскелет, а... Маклейну возьмешь, поносишь костюм паука, да. Костюм паука, Рассальгул, бери экзокостюм. Так, и бери себе трассирующие пули, да. Увеличишь себе меткость немножко. Следовательно, Ксандер Кейдж вместо черепного бура мы тебе возьмем АМ-бомбу и аптечку. Здесь все хорошо.
Рейквик как раз таки возьмет черепной бур. И Ваня Драга маяк имитатор заберет себе второй. Будет два у нас маячка, две плазменные гранатки, одна М-гранатка. И в принципе все хорошо. Да, вот таким мы и пойдем составом. Андрей Сидоров, инженер. Вот за ним мы отправляемся. Ну, точнее, мы не за ним отправляемся, а нам вроде как должны его выдать после того, как мы взломаем передатчик. Вылетаем на миссию. Я забыл почитать, там зал теней нам показывал, кто на этой миссии будет. Мы узнали, что Адвент хранит данные о текущей операции противника и наши незащищенные... А, и нашли незащищенный терминал, с которого можно получить доступ в их сеть. Загвоздка в том, что он находится в одном из вражеских объектов. Медлить нельзя. Выдвигаемся, нейтрализуйте вражеское сопротивление и зачистите территорию. Нам нужны эти данные, чтобы остановить врага. Трущобы, хлипкая равнина в Сиэтле. Взломать объект. Уничтожить всех. Ну, вроде там видел, вроде 9. 9 это, видимо, число врагов, да? В зале теней. Хорошую разведку нам перед боем дает, то есть это неплохо. Так, пока мы под маскировочкой. Под маскировочкой. Давай тогда, пока мы под маскировкой. Кто у нас ближе всех стоит? Иван Драга. Иван Драга, Иван Драга. Давай займешь тогда за столбиком вот эту вот позицию. За фонарем. Посмотрим, что там впереди. Опа-на, патруль. Ага, копейщик, офицер и солдат, да? Это... В принципе, неплохо. Не такой серьезный противник. А, у нас Кастер Трой, да, под стрессом? Ему не нужно получать урон. Тогда давай здесь спрячемся сейчас. А, Рейквик. Рейквик, Рейквик. Вот здесь спрячемся. Прячемся здесь. Ксандер Кейдж, у тебя мобильность просто колоссальная. Можем аж вот почти что в упор подбежать. Но я что-то стесняюсь сюда в упор подбегать. Давай вот здесь займем позицию. Да. И Маклейн может уже, конечно же, открыть огонь, но мы с помощью кошечки сейчас... Так, а где нам забраться, например... А, вот здесь лестница, да? Давай тогда с помощью кошки, как ниндзя, переберемся туда. Это не тратит ход. И займем вот здесь позицию. Почему бы нет? Да, в принципе, меня это вполне устраивает. Маклейн, вперед. Опачки. И еще у нас пак. Архонт и два вайпера. Ну, хорошо. Хорошо. Ход пришельцев. Ого, какой тяжелый звук копыт. Похоже на тяжелый мэк. Что-то, значит, тут будут все-таки роботы. Так. Эти сволочуги ушли. То есть мы их, в принципе, не видим, да? Я так понимаю. Маклейн может открыть уже огонь. 84%. Давай тогда по всем. 72. Офицер, получи. Тяжелый копейщик, получи. Солдат, получи. Все, красавчик. Че, отравление повесишь на кого-нибудь, не? Так, спалились. Давай, давай, давай. Будут они спускаться? Да, все прыгают, спускаются, кроме солдата, да? Кроме солдата. Так, у нас у Рея Квика есть, по-моему, черепной бур, да? Можно его использовать. А чё я не могу его использовать? А это что такое? Черепная мина. Попытаться получить доступ к сети солдата Адвента и завладеть ценной информацией с близкого расстояния. То есть, в принципе, то же самое, да? Только круче. А чё, я бур не могу использовать? Нет доступных целей, да? Так, а черепная мина? Могу элитного копейщика. А могу элитного офицера, да? Ну, давай копейщика, и офицер этому уже
подбирали. Давай. Отлично. Насадили его на штыки. Так, выбор награды за взлом. Неудачный взлом приведет к тому, что солдат получит урон. То бишь мы получим, да? Небольшой кэш данных, либо информацию, указывающую местонахождение объекта пришельцев. Но мы и так о двух знаем. Третий находится там в Австралии, но до туда мы доберемся. Тогда давай взламывать небольшой набор разведданных мы заберем. Ну, могли, конечно, информацию узнать, но разведданные мне нужны на данном этапе. И он его убивает. Ага. То есть черепной мины, кодекс не появляется. Вот это хорошо. Это хорошо. Ты его режешь сразу? Нет, оставляешь 2 хп здоровья, да? 2 хп здоровья. Как нам он того убить? А, вот так его убить. Да, он убивает. Окей. Стреляй. Потратим 3 патрона, но точно его гарантированно убьем. Так, я бы не хотел подбегать туда в упор, потому что тут гуляет вайпер с этим самым, с архонтом. Было бы неловко подбежать и обнаружить их. Где у нас вот стоит? То есть до сюда я могу спокойно дойти, я тогда не сагрю, не увижу. Но имеет ли смысл? Так, а если, допустим, мы используем подрыв... Мы разобьем это укрытие. Оно неразбиваемое. Оно неразбиваемое. Нет, разбиваемое. Все разбиваемое. Вот, только вот такие колонны не разбиваются, да? Окей. Че, с гранатки тогда шандарахнуть? Есть ракетомет. Давай тогда подрыв используем. Не хочу пока снаряжение тратить. Промах, да? То есть мы даже подрыв не сработал. Ах ты ж, мать твою за ногу. Бросок светошумовой. У нас раз рейквик получается вне укрытия. Блин. Окей. Давай, Расальгу. План не удался такой, тогда хотя бы такой, может быть, удастся. Кто там не походил еще? Кастер Трой, 65%. А почему вот такой вот знак у тебя? Ты можешь травануть или что? Или как, или где? Ну, у Маклина я видел, то есть там получается, что он получает эти, как их, отравления. А ты что можешь сделать? Такой плохой шанс? Ну, давайте тогда воспользуемся. Стрельба на бегу, вот за вот этим ящичком спрячемся. И уже точно его, наверное, убьем. 92% это все-таки лучше, чем 60. Все, молодца. Минус офицер. Кэш данных получили. Пока что без потерь. И немножко вперед продвинулись. Так. Так, 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 так. Ну, теперь мы видны нам, да? Ну, точнее, мы видны. Где у нас Ксандер Кейдж? Вот, ты бегаешь далеко. Посмотри-ка, что здесь. Нет, никого не видит, да? Тогда прячься сюда. Хорошо, можно двигаться спокойненько теперь в эту сторону. Расальгул побежит сейчас. Рейквик. Давай сюда. Ты тогда сюда. Иван Драго. Давай здесь. Маклейн. Жди. Так, никого не видно. Ага, ну вот они, ребятки. Это было предсказуемо. Убейте, пожалуйста, этих вайперочков. Вархонта стрелял, да? Маклейн.
Как ты? Рука дернулась в последний момент. Ладно, хоть Ваня попал. Так, у меня что-то там с патронами не очень много, да? И вайперы такие твари, с которыми не очень хотелось бы связываться. Такс. Что тут у нас? Стрельбу на бегу мы уже использовать не можем. Можно маячок закинуть, да? Если мы никого не убиваем. Тогда Рейквик может подойти сюда и дать ракетомет. А может сразу ракетометом стрельнуть, но тогда он не видит. Я вот сюда вот хочу стрельнуть с ракетомета. Ну тогда вот отсюда вот ты точно должен попасть. Так, увидели терминал. А, там турелька еще стоит. Турелька стоит, да? Турелька, можем терминал взломать. Так, бросок ЭМ-бомбы. И патронов нету. Плазменные гранаты. Достреливаем? Вот, достреливаем. Ну, ты как у тебя... А, ты вне укрытия. Тогда вот отсюда вот сможешь туда прострелить этой бомбой? Или нет? Или не сможешь? Архонт. Все это половинное укрытие. Ладно, занимай, наверное, половинку эту. И кидай гранатку в этих змеенышей, паскудников. Вот эту змеюку сейчас убьем. С Архонтом уже справимся попозже. Он довольно-таки далеко, потому что вблизи он ударить не сможет. Следовательно, скорее всего, полетит будет Хероборой заниматься своей этой, которая стреляет по площади, да? А мы вайперочка сможем уничтожить. Так, Рейквик. С протокола нападения. Сверхтяжелую турель ты не уничтожаешь. А блокировкой проверим. Сейчас проверим. Если мы ее подцепим на взлом. 63% взять под контроль, да? Пробуем. Меткость и защиту цели увеличиваем. Это плохо. Овердрайв. Придется ее тогда уничтожать с помощью ракеты. Но этот ход она отстреляется, да, у меня по Рейквику. Тогда Рассальгул. Ксандер Кейдж. Используй протокол помощи. На Квика. Да. Тем самым ты оценку угрозы ему сделаешь. У него вроде патроны есть. Ага, отлично. И сам, наверное, в перезарядку и станешь в наблюдение тоже. А, у тебя автозаряжание модифицированное, да? Правильно? Да. Тогда что мы можем? Допустим, вот отсюда стать. Да, вот здесь вот будет поудобнее. Освободишь место сейчас для кого-нибудь. Рассальгул и этот дружочек. Маклейн. А, так ты можешь добить ее, да? Слушай, подожди. Добить. Ну тогда ты не увидишь, да, там никого. Сюда тоже как-то не вариант. Давай тогда с рук молнии ты эту гадюку убьешь. Нет? Не убил? Не убил? А клей, как ты мог? Черт, побери. Черт, побери. Ну стреляй тогда, добивай уже, что же делать. А так нормально ему на 5. Сразу не мог так выстрелить. Так, раз такое дело, значит, у нас еще остается один ход. Мы можем его потратить, чтобы перебежать куда-нибудь, да? Давай сюда. И прячься, наверное,
за машину вот здесь. Тебя пока не видят. Кастер Трой, тогда будем использовать имитацию. Маячок. Пусть и турелька по нему, если что, стреляет. Я думаю, где-нибудь вот здесь нормально ей будет место. Самое место. Тогда Рейквик сможет отстреляться, если подлетит Архон. И оценка угрозы у него, по-моему, страж. Даже если будет турель стрелять, он тоже должен ей ответить. Должен ответить. Должен, но не обязан. Так, что делаем? Ну, давай тогда, раз Альгул, пока особо тоже не переживай. Можешь в Архона, конечно, попасть, но лучше в наблюдение уйди. Так. Раз Альгул первый. Мимо. Рейквик. Хорош. Уклонение царапина, правда. Боевое безумие, у него получается еще одно действие, да? По спине, на тебе, гад, в спину. Так, и турелька сейчас, да, будет стрелять, да. Скрита. Разнесли нам иллюзию. Проекцию, да? Ну ладно. Так, у Рейквика есть ракетница, да, я так понимаю? Ракетница. Чтобы турель уничтожить с одного выстрела, к примеру. Подходим тогда чуть поближе. Только, наверное, не Рассальгул будет начинать, а Кастер Трой, чтобы меточку повесить. Хороший шанс, 86, может крит дать. Красавчик. На 15 ему высек. Вот это круто, это круто. Тогда Рассальгул добивай тогда. 91. Точно добьешь. Тоже скрита на 14. Умница. Замечательно. О, повышение получает. Какой молодец. А слушай. А где там передатчик стоит? А, ну он прям вот над турелей, да, то есть. Да разноси к хренам там все. О, вроде еще пока осталось. Все, зато турели нету. Зато нету турели. Так, Ксандер Кейдж. Во, отличное место. И в наблюдение уйдешь. Ваня. Ваня. У тебя одна ракетка, одна гранатка есть и патронов не очень много. Давай, у тебя свободная перезарядка. Перезарядимся. И... Не, боюсь. Кого-нибудь сейчас сагрю ненужного. Лучше давай тогда... Куда-нибудь сюда, да. И Маклейн тоже куда-нибудь сюда. И тоже в наблюдение. Так. Отлично. Рейквик, ломай нам терминал. Давай. Чё там? Интересного. Снижает время исследования технологии или же навык взлома перманентно еще больше увеличивается. Блин, ну хочу, конечно. Давай, не получилось вытащить турель, подчинить. Давай взлом. Взлом точно получится. Обидка, обидка, обидка. Вражеский протокол. Так бы мы тебя вообще эпично подняли бы в хакерской способности. Но в любом случае... Хорошо. Так, а вот там видим. Раз он слышит очень близко, а Рейквик уже отходился, да? Тогда давайте в наблюдение уйдем все, кому не лень.
Сюда. Вот так вот. Кого там видишь? Маклейн, в кого ты стреляешь? 5 броня, 1. О, разрыв. 2 урона. 2 брони разорвали. Кто это там такой? С 5 броней. О боже мой, что это? Ах, ни хрена. Ух, нифига. С помощью него пришельцы нейтрализовали обычные вооруженные силы земли. Оно одинаково легко пробивает броню и сжирает пехоту. Будьте осторожны. Добивание, на, отдыхай. Что это за хрена тень? Сектопод. Сектопод. Все, отстрелялся сектопод. Ну, тоже мне сектопод сейчас. Разве это сложный противник? Вот он, все, уже взорван. Так, что у нас там есть? У кого поинтереснее что-то? Черепной бур мы использовать не можем, да? Протокол сканирования, зону поражения, разряд конденсатора. Можно использовать. Так, ну у нас некуда спрятаться здесь. Отсюда видишь кого-нибудь? Никого не видишь, Александр Кейдж, да? А это что? Бросок бомбы. Не, не надо. И отсюда никого не видишь, да? Вообще, в принципе, их не видно, потому что я разнес только второй этаж, но первый уровень забора я оставил, да? Так, а там тяжелый копейщик, между прочим, с щитоносцем. Тогда давай в оборону. Я думаю, они не добегут. Копейщик вот сюда выбегает, да? В принципе, не должен добежать. Давай тоже в оборону. Кастер Трой в оборону. Рэй Квик. А просто в оборону. Кидай. Чё нет-то? Чтоб они точно бегали. Так, замечательно. Маклейн, как там прострел? Вылитного щитоносца-то, да? Я думаю, отлично. Остался копейщик. О, там плюшки выпали, отлично. Сектопод отъехал. От выстрела с Альбиона, да? Ну, надеюсь, кто-нибудь попадет. А, ну достаточно было первого выстрела Александра Кейджа. Замечательно. Excellent work. Элитный копейщик. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Безупречно. Отлично, чертов клич. Продолжить. Новый рекорд. Средний урон. 8 единиц за атаку. 100% шанс попадания. Больше всего урона двуликий Кастер Трой. Ну, он сектопода завалил просто. Это как в фильме «Возвращение короля» в третьей части «Властелина колец», когда там Леголас слона завалил. Вот. У нас Кастер Трой точно так же сейчас сектопода завалил. Чаще всего под огнем проекция маяка имитатора. Так и должно быть. Да. А у кого у нас еще была одна проекция? Мы же брали ее. У нас же две их. Довольные все такие. С победой. Без единой царапины. Как долго на базу-то летят. Давайте уже возвращаемся. Так, что мы там вытащили с этой миссии? Executed to the highest standards. Excellent work, commander. Ага, исполнен на высшем уровне. Excellent work, commander. Фантома у нас Расальгул получает.
И Маклейн наконец-таки полкана берет. Веерный огонь. Выстрелите из пистолета 3 раза по одной и той же цели. Ой, это круто. Ну, серия это такое. Ну, для снайпера, конечно, прикольно, но для снайпера. А верный прицел, если вы не двигаете... А, вот на что. А мишень нам что давала? Глухую оборону. Ну, верный прицел, да, покруче. Верный огонь, да. Ты наш пистолетный вождь. Отличненько. Отличненько, полковник Маклейн. 39 убитых. Ну да, до Рейквика далековато. На пяточки Кастер Трой наступает. Смотри, а то так окажешься позади. Александр Кейч у нас уже майор, то есть ему полковник, у него будет протокол восстановления, да, там такой крутой. Сержант Ваня. Плохо, плохо, Ваня. Улучшенное автозаряжание, модифицированный приклад. Ага. 20 разведданных. Труп щитанов. Обломки сектопода. За функциональной и невыразительной обшивкой сектопода находится сложная конструкция из инопланетных сплавов, вмещающая множество боевых компьютеров и эллериевых источников питания. Опа-на! Доступно исследование. Поломка сектопода. 20 лет назад военные любой страны могли только мечтать об управлении подобной штукой. Тяжелая броня, продвинутое вооружение и при этом приличная маневренность. Разобрав ее, мы сможем, я надеюсь, усовершенствовать нашего гремлина. О, гремлина надо усовершенствовать. О, да, доктор Андрей Сидоров у нас теперь есть. Кастер Трой воля восстановил себе. Андрей Сидоров, Центр военных технологий, отправляется, да, сразу? А, может отправиться. То есть он у нас свободный инженер. Лимит станции связи, да? Пришельцы всегда были чудовищами. С самого начала мы имели дело с чередой неудачных экспериментов. В случае с Адвентом они пытались это скрыть, но на деле там все та же гниль, а теперь еще и целый комплекс, назначение которого уничтожить человечество, превратить во что? В какой-то концентрат, который нужен бог знает зачем. Мы должны были догадаться, что старейшины вернутся. Додуматься, что на самом деле они никуда и не пропадали. Старейшины это эфиралы, типа, да, наверное, да? Про них сейчас речь шла. Плазменное копье откладывается. Поломки сектопода. Приоритетная цель. Как мне рассказали, название «Сектопод» — это крупный робот получил от наших солдат, которые предположили, что внутри находится пилот «Сектоид». Однако при детальном рассмотрении выяснилось, что это не так. «Сектопод», подобно прочим роботизированным войскам «Адвент», которые наверняка разработаны на его основе, полностью автономен в бою. То есть полностью механизированная такая... Тушка. Сектопод. Сектопод. Так. 167 материалов. Так, нам, в принципе, сейчас ничего, кроме как идти рейдами по заводам и не остается. Следовательно, ничего мне пока сканировать не нужно. Не нужна. Аватар. Так, этот мы не знаем. А, в Новой Индии мы не знаем. Давайте в Австралию слетаем, да, туда далеко. Не хотелось бы там, чтобы он тут завод. А потом уже в Западную Африку. Что тут вообще есть? Операция «Костлявый рывок». Устроить диверсию на объекте пришельцев. Построили станцию в глухом месте. Используют для ее для продвижения проекта «Аватар». Мы должны ее уничтожить. Это все понятно. Зал теней дает информацию. Обнаружен противник. 9 человек. 9 противников, да? 9 супостатов. Андромедон, Кодос, Сектопод, элитный копейщик, элитный солдат, элитный щитоносец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. То бишь, что получается? Еще три... двойника, то есть, допустим, может быть два кодекса, два элитных солдата, там два щитоносца или два копейщика. Надеюсь, сектопод будет один. Штурмовать этот объект. Нежданчиком таким.
Так, тем же составом идти или взять же все-таки что-то посерьезней? Так, где у нас? Да, маяк-имитатор, АМ-гранатка, Рейквик, жало Рассальгул. А кто у нас есть еще? Ну, например, у нас есть Уильям Джеймс, да, который может тоже гранатки раскидывать. Давайте, наверное, его и возьмем. Снять предметы, снять всю броню. С Иштенкардия пойдешь, да, оснащение, экзокостюм, две гранаты плюс ракетомет, Иштенкардия, расширенный магазин, модифицированный прицел, меткость на 10, вот, отличненько. А если, допустим, тебе взять патроны, да, вообще будешь меткий, но у тебя слота нету под них, извини, братан. Извиняй. Лучше две гранатки. Так, один медик, светошумовая, два маяка имитатора, еще две гранатки. А, можно заменить какой-нибудь другой гранаткой, да? Можно трассирующие пульки взять, но... Ага, адский узор на два здоровья повышает, это круто. Это круто. Но мне все нравится, в принципе, вот в таком, понимаете, только ты у нас кто? Рядовой, да, то бишь ты пока еще не заслужил камуфляж брони, да, не заслужил, ну и ладно тогда, не заслужил, может сейчас заслужишь. На задание выходим. Да, будет у нас два боя в одной серии, тем более завод он такой. Такая себе миссия, в принципе, не на время, можно будет спокойненько ее. Местная ячейка сопротивления обнаружила в этом районе объект пришельцев, связанный с проектом Аватар. Мы заставили их свернуть этот проект. Мы заставим их свернуть проект раз и навсегда. Доберитесь до цели, заложите заряд в X4 в указанном месте, затем отойдите на безопасное расстояние и подорвите их. Если мы уничтожим цель, то выиграем немало времени. Так, то есть покинуть зону, следовательно, местность в регионе Нового Австралии. Тут, следовательно, трупы мы с собой забрать не сможем. Костлявый рывок. Операция, да, называется. Ну, зато мы в маскировке будем сейчас. Днем решили напасть. Ну, вообще, кто так делает? Ага, колонну подорвать, и тогда все будет хорошо. Да, в Австралии, так в пустынке. Там домик такой один стоит, денешенник. Так, где у нас Александр Кейдж? Ты дальше всех бегаешь, так что давай тебе вести разведку. Ага, турелька. Сверхтяжелый и на земле стоит, еще тем более, да? На земле. Давай, подходим все ближе. Кастер Трой сюда, за дерево. А, ты давай сюда. Рейквик. Давай сюда. И Ваня, будешь за этим камушком стоять. Так, Маклейн. Ты, понятное дело... Да, можно будет потом... использовать кошечку и спрятаться здесь вот за трубой, да? Ну а пока что давай за машину. Так. По звуку. Ну вроде как все впереди там, да. В башне нету, взломать нечего. Так, Маклейн. Ты чё, кошкой захватиться не можешь, что ли? Давай-то просто вот здесь посмотрим, может быть что-то в доме увидим. А там, наверное, пустой полностью дом. Ну да, такой. Нет, тут холодильник раздолбанный. И все. Шквальный огонь, веерный огонь дает 3 выстрела из пистолета по одной цели, да, может убить ее. Какой урон? 9-18, ни хрена себе он может расстрелять ее. Но она в броне.
А это только один раз за задание, да? Или у него все-таки КД есть у школьного огня? Не, ну на турельку тратить это не хочется мне. И вообще я бы не хотел бы палиться на просто на одной турели. Я лучше сейчас обойду чуть дальше. Посмотрю, может быть, что впереди, чтобы не саверить. Да, ну, черт с ним. Пока что тебя не видят. Ага, вот он. Два кодекса и Андромеда. Ну, отличненько. Вот тут, вот это уже ближе к теме. Так, двигаться они будут, наверное, в нашу сторону. Следовательно, ну, давайте спрячемся здесь за заборчик. Здесь за заборчик. За вот это деревце. Ксандер Кейдж. За вот это деревце. Иван Драго. За вот это деревце. Так, так. Так, ждем. Угу, стоят на месте. Стоят на месте. Как разобрать турель? Бросок М-бомба. 10 урона наносит. Ну, по ним не наносит, понятное дело. Так, выстрел из плазменной гранаты. Ну, разрыв брони будет, но... Ну, блин, два кодекса, это так противно на самом деле. 196, 89. Слушай, давай-ка... А, ну ты так не видишь, да? Ну-ка, поднимись-ка чуть выше. Так. И вот сюда вот. Давай. Так, тогда что мы делаем? Пока ждем. Опять. Раз у нас Маклейн походил, а Рейквик заодно обойдет их с фланга. Так. Стоим. Стоим. Так, есть тут какое-нибудь укрытие получше, а то ты в половинам сидишь. Уильям Джеймс, да? Ну, давай отсюда, okay. Если что. Посмотрим. Overwatch. Торопиться нам некуда. Они не патрулируют. А, давай, верный огонь и... К примеру... А, ну, ты только... Ну давай, кодекс, хотя бы один кодекс убьем. Интересно, будет считаться за два действия? Выстрел же с пистолетом не завершает ход, следовательно, может, мы еще сможем что-то сделать. Раз, два, три, просто... Просто шесть, ну, 12 хватило, да? Такс. Обнаруживание. Ух ты, кодекс как далеко убежал. Ни хрена себе, он тоже, и этот тоже далеко убежал. Так, турелька, турелька, турелька. Если ее попробовать взлома... Да, они действительно не заканчивают ход. 100% по кодексу, давай. И еще, наверное, разочек. Раз она не клонируется. Нет, клонируется, тварь. Окей. Клонируется. Один на один тратить не будем, а... Кодекс вот этот один добьем. Да, хватило урона. Это хорошо. Теперь что это такое? Неуязвимость есть, да? Такс. Этот слишком близко здесь, и мне это не очень нравится. Мне это совсем, я бы сказал, даже не нравится. Раздалбливать. Давай, моя комментатор кидай. Вот сюда вот, да? Таким образом, ты вроде как от турели будешь ну, в сохранности. И она, скорее всего, сагрится. Так, отлично. А, Кастер Трой что может сделать?
Бить турель даст метку, да? 37% шанс крита. Я лучше сначала от турели избавлюсь, а потом уже того Андромедона этого будем бить. Он слишком далеко от меня. Рейквик. Он бы мог, конечно, спокойненько взломать эту турель. Но я лучше вернусь на исходную, да. Стремновато мне с Андромедоном в упор стоять. Так, турель 100%. Ракетомет. Шандарах. Шандарах, не шандарахать. А так просто. Да, давай, 99, чё я туплю. Нормалек. На 8 урона высек. Зачем тратить ракет? Ну и ты спокойненько ее кладешь. Так, на Андромедон сейчас должен на проекцию сагриться. Пошел. Ага. Стрелять будет? Ну, красавчик, что на 10 высек. Молодец. Ах, ты, я же забыл совсем про эту гадость. А, ну она тоже проекцию режет. Ну, под Маклейна под выстрел сейчас станет. Еще, молодец. Так, 58. Не-не-не, жди. 55, 49. Он там в укрытии. Так, Маклейн. Можешь и по этому стрельнуть, да? Это, по идее, тоже не завершит ход. А яд на того точно не действует. Не, тогда смысл. Мы лучше вот так вот стрельнем раз сюда. Угу. Плюшки выпали? Да, плюшки выпали. Плюшки. 81. Интересно, он отравит ее? Промах. Это логично. Так, а он тогда Маклейна получится, может обойти с фланга, да? На него тогда протокол помощи сейчас повесит. Ага, давай. Такс. И используем школьный огонь. После выстрела с плазменной гранатки, я думаю. Да? Да. Давай, рви броню на куски его. Отлично, разрыв. Две броньки осталось, но это уже получше. 69. Рейквик не видит его, да? Что может сделать? Откуда увидит? Отсюда. Отсюда, ну, в половинном укрытии. Ну, тебя так точно он обойдет с фланга. Лучше тогда... Так. Ну, думаю, лучше в половинную укрытие. Ага, а здесь тоже, если станет, может обойти. Блин, давай тогда за камень. За камень и... А, и ты видишь его, отлично. Молодца. Молодца. Так, что у нас осталось? 72. Подбегай тогда чуть ближе, Уильям. 74. Давай метку. Чё? Процент у тебя не очень. Ну, логично, что промажешь, но зато меточка будет сейчас. Так, ну а теперь вы расстреливаете его.
через турель. Мимо? Ты не прихерел ли? Шалфинг коннект. 8,7, но ты его не убиваешь теперь, да? Блин. А шквальный огонь, ну, вот это гарантированно попадаешь, но тоже не убиваешь. Что ж, будем надеяться, что гранаты у него нет. Зато есть добивание. Отлично, повторитель сделал дело. Так, ну, с одного он сейчас хода не дойдет. Ему нужно будет еще один ход сделать. Такс. Андромедон. Маклин, останови заразу. Есть 5 урона. Че он там? Куда он побежал? Просто в дом забежал. Гараж сломал такой. Заходим. Так, и где он? Ага, вот здесь он стоит. Вот здесь он стоит. Блин. Из-за него теперь яд. Это Джеймс, ну давай-то, забегай сюда. Открывай дверь. Привет. Неждан, да? Разбирай. Отличненько. Кто-то может еще дострельнуть. Отсюда видит? Не видит. Вот отсюда видит. Ну, давай, Кастер. Получишь килл. Так, отлично. Сколько эта дорожка будет здесь? Интересно. Так, Рэй Квик, давай тогда. Сюда и на перезарядку. Так. Сандер Кейдж. А, тебе перезарядка не нужна, просто в оборону. Тебе тоже не нужна перезарядка, значит, мы бежим сюда. Плюшечки забираем, если что, валим. Кодекс, да? Полковник Джон Макли. Ядро и кэш данных. Замечательно. Забираем. Стой, наблюдение. Так, это был первый пак только. Да господи, сколько ж ты будешь здесь? А, все, рассеялось, отлично. Вот я уж думал. Что ждать и ждать еще. Опа-на. Привет, ребятки. Вот он, снова сектопод. Ах, ни хрена себе у него жизней. Вот это мне тогда фартануло, что он... что он тогда это самое, с добивания его убили. Так, это у нас Уильям Джеймс, да? А, мне надо вот этих ребят уничтожить. Подожди, а гранатка? О, гранаткой получше будет. Да, давай, разноси здесь все. Так, сектопода мы, если что, можем отключить. Так, отличненько. А, моя комментатор, светошумовая. Стрельба на бегу. Двигаем. Двигаем. Чё у нас тут можно? 91. А, ты только его и видишь, да? Тогда подожди, пока не стреляй. Рэй Квик. То есть турель не считается. И отсюда не видишь. Ну-ка, подойди-ка поближе. Потому что если ты его не блокируешь... Есть, да, протокол блокировки. Посмотрим, что можем. Может быть, под свой контроль сможем переманить его.
62 оглушить. Нихай себе 150 тех уровень. Взять под контроль. Не, ну давай тогда хотя бы оглушим. Повелитель механизмов открыто достижение. Это, видимо, мы оглушили. Сектопода. Отлично, на два хода. Значит, сейчас разбираемся с этими ребятами. Ну, два хода это как? Это вот этот вот ход и потом следующий. И уже на следующий он, получается, будет жив, цел. Такс. Отсюда ты видишь, да? Да, видишь. Кто у нас еще не походил? Иван Драго. Может еще один выстрел с плазменной сделать, да? А это копейщик. Надо копейщика как-то убить. Подходим сюда. 76, 64. Разноси их. Не жалей. Ваня, не жалей патронов. Броню разрываем. Сектоподу еще за меж тем. О, повышение, отлично. Так, Александр Кейдж, 74, да? Но не гарантированно. А если использовать, к примеру, слушай, а ты чё, ты ещё ходить не можешь, что ли, или ты отстрелялся? Нет, а чё ходить не можешь? Почему? А, мы стрельбу на бегу использовали, да? Ну, стреляй, раз использовали, чё. О, отлично, на девяточку всадил по этой груди, машине по этой. Так. Ну, к примеру, то есть он может добежать до сюда и стать в оборону. А Маклейн может, в принципе, его с пистолета закошмарить и не париться. Да, Маклейн? Мочи. Я сказал, мочи, Маклейн. Ты чё? Попробуй-ка еще раз. Сразу не мог так сделать. Обязательно вот хернёй страдать, да? Вот эти вот понты козлячие, не нужны никому. Стреляй. Так, этот ход он еще пока отдыхает. Сектопод. А мы его потихонечку разбираем. Надо было, наверное, фраг вот этому парню отдать. Ну, ладно, черт с ним. Там пофиг, кого убиваешь, главное убить. Ай-яй-яй, я сейчас тупанул. Ага, и турелька здесь есть. И турелька есть здесь, да? Так, тогда назад. Это было так, разведка небольшая. Сколько ты нанесешь урона? 7-9. Рэю Квику не хочу отдавать. Ксандру Кейджу лучше, я думаю, отдать. 90. Убивай. Не? Живой? Да, живой. Тогда Ваня. У тебя, в принципе, что? Плюсик. Это что, это повышение или что? Ну, якобы ты, наверное, здесь можешь получить повышение, да, я так понимаю. Или уже получил. Ну, давай вот сюда вот задерется. И расстрел. Молодца. Молодца. Так, Рейквик, наблюдение. Маклейн. За ящик. Спрячься. И в наблюдение уйди. И теперь
подстихло. Перезарядимся тут пока что. Перезаряжайся. Тебе перезаряжаться, понятное дело, не надо. Подходи чуть ближе. В наблюдение станешь. У тебя свободная, да? Свободная. Сюда давай. А, то есть ты уже видишь турель, да? 73. 79. Ваня. А стоит ли мне сюда подходить? Не подготовлено так. Значит, сверхтяжелая, она ж может и ответить. Не, давай-ка ты вернись. И ты, друг, вернись. А, надо было Маклейном стрельнуть. Тогда сейчас мы будем использовать тактику подсветил, стрельнул, отошел. Раз уж время здесь не ограничено, поэтому турельку эту спокойненько можно расстреливать. Например, Рейн Квиком протокол нападения использовать. Да, давай. Чтоб не церемониться с ней. Ну, она ее сейчас не убьет, но все же урона нормально нанесет. 4, 3, 7, да, урона. Неплохо. Маклейн через броню будет, да, бить. Через броню, давай. Отличненько. Ну, еще один заход, и нормальненько все будет. Прячемся. Угу. Подходим. Стреляем. Отлично. Отлично. Можно двигаться дальше. Так, посмотри, что там впереди. Никого. Так, видим место закладки. Давай здесь пока. Никого, отлично. Укрытия нету, мы все тут разнесли. Было бы неловко, если бы мы кого-нибудь сейчас сагрили бы, да? Так, ладно, давайте тогда все поближе в одну точку. Уильям Джеймс. Он может даже дальше прибежать. Красавчик. Отлично. Так, 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 так. Сандер Кейдж на прикрытие. Потом пойдешь закладывать. Только, наверное, вот отсюда вот. Двери какие-то непонятные. Опачки! Еще один сектопод. Вот это на тебе здрасте. Флаги там прикольные были, такие сектоиды. Просто раздолбал здесь все. Охо-хо-хо-хоу. Это просто холи-холи. Так, что тут? Имитатор есть, светошумовая, черепная мина. Элитного копейщика можно, да, попробовать? Так, подожди. А, смотри, у тебя еще один протокол блокировки есть. Окей, сейчас проверим. Так.
62, 31. Слушай, а чем мы будем протокол блокировки использовать? Нет, шанс 62%, вдруг сейчас не сработает. Ну и нафиг. Мы ж можем с разряда конденсатора раздолбать его так, что он тоже в оглушение уйдет. Плюс мы зацепим еще вот того парня, который стоит. По-моему, отличная идея. Давай, вперед. Сектопод, мать его, так. А, это, кстати, щитоносец тяжелый. Дезориентация. Так, у одного дезориентала это что, оглушения не будет, что ли? Оу, 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 оу. Ваня, подожди, подожди. У кого там гранатка? АМ-граната у нас... У тебя, да? Блин. Печалька. Однако. Однако. Так, где мы тут можем спрятаться? Чтобы кинуть гранату, например, да? Да, тогда маячок, наверное, надо будет бросать. Давай, прячемся сюда. Бросим маячок. Не, не светошумовую, а маячок. Вот сюда вот. Угу. Так, а вы, ребятки, что вы можете? Можно отсюда зайти и с фланга обход будет, да? Давай, заходим. Надеюсь, там никого. А чё с фланга обход? Давай с ракетницы, разрывай броню ему, да и хрен с ним, с этим щитоносцем. Да, живой гаденыш! Так. Отсюда никого не видит. Блин, а тут хода не хватает, Ваня, да, дойти? А он все равно у нас без гранат. Ну, хотя бы стрельнуть в кого-нибудь. Давай тогда за вот это дерево. Если чё. Вот. Видишь, да, кого? Элитного копейщика. Маклейн. Ну, понятно, сектопод это понятно. Так, элитного копейщика. Он в пол, не в полном укрытии, ну точнее, как сказать, в половинном укрытии, 42%, что мы попадем, а подрыв это 80%, мы тогда раздолбаем вот это укрытие, да, получается. Давай, долбай. Глядишь, у Маклейна получится. Что ты там разнес? Ну, по-моему, не то, что нужно. Также 72. 72. Да, окошкой ты, в принципе, только туда можешь уйти. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Давай, стреляй. Чё? Хоть 72. Может, отравишь? Ну? Да, отравление. Красавчик. Прям то, что нужно. То, что доктор прописал, я бы сказал бы. О, и всегда на чеку у нас еще срабатывает. Отравление, дезориентация. Что ты будешь делать? Ему не... А, точно, у нас же сектопод этот. Хренов же, он не оглушен был. Давай в иллюзию, в иллюзию. Все, отлично. Бей иллюзию, гнида. 15. Фух. Так, ну щитоносец, блин, ну щитоносца мы убьем. Он сейчас, конечно, щиты бросит. На всех на них, причем неплохой такой. По плюс 5 для... Ой, о, промазал, отлично. Отличненько. Это хорошо. Вента, хорошо. Так, бросок плазменной гранаты. 5-6, то бишь, надо, чтоб на 6, да? Тогда подожди.
Подожди, подожди, постой, ты побудь со мной. Давай. Run and gun и вот сюда вот. Убей его так, чтобы он не очнулся. Угу. Снять щиты. Так, щит убран, щит убран. 93. Ну ты же должен его убить. Ну 93 же. Да, молодца. Сполз тут. Судья Дред этот. Хренов. И повышение получает. Вообще умничка. Просто все шикарно. Так, Рей Спец Квик. Протокол. Слушай, а давай, наверное, сделаем протокол. Я хочу под контроль взять сектопода себе. Конечно, не выйдет, но чё бы нет-то. У меня, если что, есть запасной план. 31% повышает злом метод. Да пофиг, давай, ломай. Чёрт, не дошло. Ну и хрен с ним, овердрайв. Сейчас я тебе дам овердрайв. Овердрайв, сейчас тебе будет овердрайв. Бросок ЭМ бомбочки. 10 урона, отлично, давай. В отключение уходи, пожалуйста. Да, два хода. Хорош. Защита от взлома предотвращена, по идее, да? Так я понял, ни хрена себе. Так, Иван Драгон может стрелять, да? 63%. Давай, может, подойдешь? А то как-то хреновато у тебя там. С точностью. 75. Давай. Броню еще срежешь ему. Ну, конечно. Конечно. Куда там? Как только М-бомбу активировали, сразу давайте мазать. Че он? Можно ж поиздеваться над бедным сектоподом. Один Маккейн только тут за всех отрабатывает. Отравленными патронами. Иммунитет, да? Сиди тут тихо, друг. Так, пора, наверное, выдвигаться уже на эвакуацию. Закладываю заряд. Мы так уже почти раздолбали эту колонну со взрывчаток. Так, эвакуировать. Сейчас добьем только, подожди. Кто заберет? Давай, Иван. Первый раз не получилось. Сейчас точно должно выйти. Только не подведи. Да-да-да-да-да-да. Молоток. Разнес еще тут тоже. Крышу всю разнес. Так, вызываем эвакуацию. Рейквик, сразу стартуешь. Уильям Джеймс, стартуешь. Стоп, Маклейн. Ты ж не добегаешь? А, нет, добегает спокойненько, да, так можно. Можно добежать и свалить отсюда. Отличненько. Moving to position. А вы походили, да, сейчас? Ну ладно. Вы со следующего хода. Да пошли вы. Не успеете. Слушай, а может быть прикольнуться, да? А если там тяжелый мэк выйдет из... А, ну у тебя все равно легкий шаг есть, так что ты смоешься. Давай. Это, на прощание все-таки. Все-таки на прощание. Да не, все, я не улетаю. Я в оверотч ушел.
Чё хотим? Прыгай давай. Да, тяжелый мэг. Я прям как знал. Так, первому раз. Мимо. Второму дай. Такой. А, смотри, смотри. На втором еще. Мимо опять. Поджег его. Гори там, сволочь. Как. Мочи его. Офицера этого паскудника. Уходим. Угу. Сейчас стреляй, конечно. Добей. Такой сюрприз они не ожидали просто. И еще подожгли парня. Эвакуация. Уходим. Отличненько. Очень эпично. Стоят живые. Не умерли. Но это точно сгорит. Софта. На тебе как. А, больше не горит, написали. Безупречно. 14-16 ходов. Отлично. Рейд организовали. Двоих сектоподов разобрали. Не напрягаясь. Довольные едут домой. Проект Аватар снижен на единичку. Да, такая команда уже непобедимая, можно сказать. Ноус. Маклин, давай пятюню. Улыбаешься, да? Молодец. Ну. Да, в принципе, да. В Австралию летали. Понятное дело, что пока мы там сейчас доберемся до дома. Хотя рейнджер-то рядышком. С мстителем находится. Так, ну что, кто у нас там повышение получал? По-любому там Ваня Драго получил. Уильям Джеймс получил. Ну да. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Так, давай тоже дырокол берем. А давай, наверное, тебе прокладочку возьмем. Будет больше гранат носить. Плюс одна броня. Да, это... Это отлично. А ты, Ванек... Тяжелая артиллерия или же меточка? Любой выстрел из оружия типа пушка помечает цель. Да, нужна метка нам. Давай, меточку возьмем. Меточку. А то у нас только у Кастера Троя метка. Еще два мозга кодекса вытащили. От погибшего кодекса остается лишь маленький неприметный мозг, который, как казалось, невероятно устойчив к биологическому и механическому сканированию всех видов. Да? Важный предмет. Да мы их скрывали уже, нахрена они выпадают. Расшифровка кэша данных. Снижен на 1. Ага, по крайней мере на время. Прекрасная работа. Excellent work, commander. Так, сейчас просто посмотрим, как проект Аватар возвращается на исходную. Отличненько. Ну что ж, стратегическую часть посмотрим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.